Вот, мы тут сидим, кушаем вот эту еду. Вот, что я купила себе. Ой, это пицца немецкая. Немецкая. И вот еще донерцы. Немецкая, да? Вот, мы тут сидим. Угу. Дождь идет в Австрии. В Австрии. Сидим тут. Конечно. У меня только 3 лайка, вот тут 3 поставила, ты. Почему они не ставят на лайк? Вот, что мы сегодня купили. Красивые люди. Это все Дональдсы. Дональдсы. Вот. Глянь, Чумаков нарисовал. Все сопровляшили пока. И пиццу купили. Вот, мы тут. Юля, ну какая. Ну что пицца. Там? Вкусно прям. PlayStation снимала. Хотя бы. Вот. Это Австрия. Красота, лепота. Вот что мы купили. Красивые, вкусненькие. Ну что, где мои лайки еще? Дональдсы. Вот. Писала. Угу. Не было. Ну, что ты зилная у меня была. Вот тут зилная, еще. Зилная. Шоколад внутри. Юль, ты будешь мой голос тоже записывать, да? Ну, конечно. Вот шоколад еще внутри. Да? Вот еще одна пицца у нас осталась. Еще одна пицца осталась. Красивая такая, классная. Вот еще у нас такие сладости тоже из Италии. Наверное, итальянское происхождение. Да. Итальянское происхождение. Класс. И да, у нас красиво, тут такие шарики в этом джио-то были. Красивенькие шарики. Такие классные. Вот сейчас дождь идет. Мы сидим. Зонтом. Красивый цвет такой. Ой, какой цвет красивый. Еще еда под зонтом, это классно. Вот еще целая Австрия тут. Ух ты! Ну где мои лайки? Ого, Юль, ты правда. Как раз кленовый лист, а ты домой хочешь, что такая красота. Листик красивый. Ну вы не добавите ни одного лайка. Вот еще. А ты говоришь, что не добавится. Красота! Добавится не все. Вот, листья собрала, красивые такие. Вот мы тут листочки собрали. Красивые. Найди еще красивых листочков, точно еще. Найди еще красивых листочков. Такой листочек пришли. Красивый. Вау. Вот еще такой лист. Очень классный, огромненький такой. Что еще такой? Сейчас не сказала. Класс. Вот еще серьги сегодня такие одеваем. Красивые. Вот. Тут опять в Австрии находимся. Красота. Меня спросили. Красиво. Понесем сейчас себе. Так, вот он мне газетки красивые. Газеточки. Вот, газетку принесла. Класс. Идем
Фонтан красивый. Вот. В чем я сегодня одета? Классно, да? Вот я в чем сегодня была одета. Прикольненько. Класс. Прикольно. Вот мы тут идем, в замок там выйдем. Класс, глянь. Замок вот он красивый. Идем тут. Красиво. Класс. Тут еще снимем. Тут, тут еще не снимала вроде. Куда я себе тоже это сниму? Глянь, красиво как. Снять чужое место. Виноград растет. Для своего блога. Тут красиво, что-то мы тут еще не сидели. Да. Все на Италию похоже. Надо снять, это так красиво. Ты же не видела, что там виноград растет? Да. Класс, цветы красивые. Ой, тут даже кактусы есть. Вот, глянь, я сниму, чтобы с людьми... Ух ты! Я индекс расскажу. Ой! Что тут? Класс! Домой? Не, когда снимаю, не домой. Ты не одела бы. Вот мы тут ходим. Куда я тут кажусь, блядь? Это какая-то я не толстая, я тут кажусь. Вот, мы тут ходим. Вот тут я делала фотку за эту парню. Только что поели. Только что наполнили животы. Это осенний мой влог новый будет. Только что наполнили животы. Мой осенний влог. Сюда идем. Лехель. Генал. Вот. Это Австрия. Ой, а как же мне тут столько снять? Красота Австрия, да? Прикольно. Ага. Вот, мы тут ходим, никого нету. Хорошо, когда никого нету. Тут что-то как будто все вымерли. Вот, мы тут ходим. Красиво. Ух ты! Замок. Великолепный замок прям. Прям красивый замок ходим тут. Ой. Вот это надо снять. Класс. Глянь. Красоту надо снять. Вот, мы тут ходим по Австрии. Снимаем еще влог. Великолепное место. Ой, пока никто не видит, надо снять. А то я это правда еще не снимала, самое прикольное место. Ты еще не снимала, вот. Мы тут ходим. Никого нету пока. Могу снять себя. Да, на лавке. Красивая Австрия. Ты же видела, да? Ух.
ты! Я не снимаю все. Это есть интернет, нет? Да, есть. Ты тут все разные. У вас тут есть интернет? Ну да. Ой, вот. Тут еще склад, конечно. Мы тут идем возле этой. Еще лапы. Будем сидеть, нет? Ага. Вот, гляньте-ка, красота какая. Красота. Ты себя снимаешь? Ну да. Вот мы тут идем. Ходим, тут машины едут. Находимся тут в Австрии. Красивые места. Красивые места тут видны вон там. Да, конечно. Заметила, но я не могла ее не заметить. Вот, мы тут сидим возле кустов. А вчера в Ассенбанке нет интернета? Возле кустов. Красивенькие нет кусты. Нет интернета? В Райффайзенбанке нет? Нет. Свободного интернета. Сидим возле кустов. Прикольно. Красивые. Вот. Опять в 7 часов по комнате уже.